Мне кажется, что у Мэрилин Монро достаточно глубокий внутренний мир, несмотря на то, что он кажется очень простым и поверхностным. Угу. Кому чисто внешне. А, ну, потому что блондинка? Обычно, ага. Обычно, к сожалению, срабатывают стереотипы, ну, да. И люди воспринимают таких людей, как она, очень как-то поверхностно. А, ну ладно, она уложила в койку президента Соединенных Штатов. Это уже, значит, как минимум показывает, что она не просто блондинка. Ну, в принципе, уложить в койку кого-либо, это не так сложно. Хорошо, в это я тоже поверю. Я думаю, что не нужно обладать каким-то особо сверхъестественным интеллектом.